Добрый день, с вами канал Малорама, сегодня у нас новости турецких сериалов. Малисе Зен была замечена в ТРЦ в один Стамбул. Молодая актриса играла главную роль в сериале «Пятно», который сделал финал в мае. Канал Ди в конце мая объявил о финале сезона, однако позже выяснилось, что сериал не вернется на экраны в новом сезоне. Малисе Зен признала, что в настоящее время изучает сценарии. Вот что она рассказала репортерам. «Хочу вернуться на экраны в новом сезоне с хорошим проектом. Получила несколько предложений от разных компаний. Но я хочу играть в хорошем проекте, у которого будет долгая жизнь. Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, все получится». Мерве Булугур выиграла суд. Как известно, актриса подала в суд на компанию «Аслан Фильм Япин», которая снимала сериал «Буря внутри меня», в котором она играла главную роль. Компания не заплатила ей за две серии – 110 тысяч лир, сославшись на преждевременный финал проекта. Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу актрисы. Компания в срочном порядке должна выплатить актрисе 1 миллион 220 тысяч рублей. На днях свой день рождения отметил известный менеджер Айше Барым, который является менеджером Халита Аргенча, Бергузар Корель, Серенай Сарыкая, Эзги Мола и Ханде Эрчель. На вечеринку пришли многие знаменитости, в их числе был медиамагнат Анжул Али Джали, актер Кубилай Ака с возлюбленной Мирай Денер, Беркан Цауклу и Чоглу Оздилмыс. На выходе из заведения репортеры поймали Серенай Сарыкая и спросили, будет ли звезда участвовать в сериалах нового сезона. Серенай Сарыкая ответила: «Друзья, я отдыхаю, буду отдыхать до сентября. В сентябре продолжится мюзикл». Турецкие актеры Кыванч Татлытуğ и Uğur Güneş в списке претендентов на премию Международного фестиваля драмы Сеула. Сериалы «Однажды в Чукурово», «Столкновение» и «Гюльпери» представлены в категории «Лучший драматический сериал». Uğur Güneş и Кыванч Татлытuğ представлены в категории «Лучший актер». Также режиссер и сценарист проекта «Столкновение» участвуют в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист». Церемония награждения премии состоится 28 августа в Сеуле. Создатели сериала «Кольцо» S-Film готовят ремейк индийского сериала «Как назвать эту любовь». Главные роли предложены Серкану Чауглу и Севда Эргенджи. Серкан Чауглу и Севда Эргенджи все еще рассматривают сценарий проекта. Самая популярная пара проекта. Сериал «Любовь на показ» от компании S-Film продолжает занимать самые высокие строчки в социальных сетях. За одну неделю было отправлено более 4,5 миллионов сообщений, связанных с сериалом «Любовь на показ». 24 июня хэштег новой серии попал в тренды твиттера Турции и держался там более 12 часов. Пару Экер, Айше Экерем, у актеров Бурджу Озберг и Чаграла Эртугрула за короткий срок полюбили огромное количество зрителей и пользователей соцсетей. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!